Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Стас Садальский в персональном блоге сознался, что плоховато себя ощущает. Как говорит актер, у него было запланировано несколько съемок, но в результате из-за своей лени и он располагался дома на диване. Как подчеркнул артист, жизнь решила дать ему второй шанс. Артист объявил, что недавно съел отравленные суши и чувствовал себя плохо. Свалился замертво, сознался Стас Садальский. Артист понял, что всю ночь не может уснуть, потому намечает провести ее за просмотром какого-нибудь телесериала. Припомним, пару недель назад Стас Садальский вляпался в новый скандал, связанный в стиле Шева Маска. В одном из телевизионных выпусков жюри прогнала из телепрограммы участников в костюме ананаса. Им, как выяснилось позже, был Иосиф Пригожин. Садальский объявил, что телепрограмма дурачит зрителей. Как он считает, за продюсера участвовал совершенно другой человек. Только этот факт может растолковать разность в размерах фрукта во время первого номера. Актер, прячущийся под маской, был совершенно тощим, а в третьем выпуске еле умещался в костюм. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео, и отправим каждому по $50. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.